чтобы привлечь к себе внимание, готовы любую подробность интимной жизни выложить для СМИ, чтобы о них только говорили. Влад Кадуни откровенно признался, что в настоящее время еще не чувствует в себе желания стать отцом. Ну и пофиг, кого это волнует? Никому это не надо знать, и никого это не интересует. Вы, господа клоуны, клоуны, и еще раз говорю, клоуны –